Ребят, привет! Это видео посвящено партнерам компании FFI. Я знаю, что многие еще сомневаются, еще пока не верят, особенно те, кто только-только начали бизнес, зарегистрировались. Ну, я вам сейчас немножко укреплю вашу веру в этот бизнес. Значит, смотрите, каждому партнеру вот такие вот карточки NXPay присылаются. Вы когда зайдете в свой бэк-офис, там есть кошелек, ссылка вверху у вас в бэк-офисе, внесете туда, зарегистрируйтесь, придумайте отдельный логин и пароль для своего кошелька, сохраните, правда, чтобы не забыть, потому что доступ трудно восстановить. И там, когда вы подгрузите свой скрин паспорта или прав документа, да, укажете его номер, подтвердите, там нужно будет ввести, то вам компания отправит почтой карточку. То есть ловите эту карту в почтовом ящике, будет конверт. Вот, и вы на эту карту сможете выводить заработанные деньги в полном объеме. Что я вам могу сказать конкретно по ограничениям? Значит, я точно знаю, что в России вообще ограничения в сутки можно снимать не более 3000 долларов с этой карты, заработанных, естественно, денег. Вот, не более 3000 долларов. Для России это 90 тысяч рублей. Сам лично, как бы, ну, было у меня такое не раз уже в сутки такие ограничения. И в Украине это получается 8000 гривен. Я знаю, что в Украине банкоматы выдают 8000 гривен за раз, это 1000 долларов. То есть 3 операции, чтобы суточный лимит выбрать. А в России, к сожалению, банкоматы, основная масса, там, ВТБ или еще какие-то, выдают 7000, 7500, 8000 рублей. И могу вам точно сказать, чтобы снимать больше, максимум вы можете снимать за раз 10 тысяч рублей. И чтобы так снимать, вам нужно найти в своем городе банкомат Банка Москвы. И тогда у вас, в принципе, вы можете 9 операций по 10 тысяч в сутки делать на вывод. Вот, все, что больше, я думаю, там не проблема, уже станете бриллиантами, будет чек больше 3000 долларов в сутки, и тогда уже там с компанией вопрос решится, что можно будет перечислять на какой-то уже отдельный счет, то есть это не проблема. То есть до этой суммы проблем у вас со снятием денег с карточки не будет. Сейчас я выйду из машины, пойду в банкомат и покажу, как бы сделаю одну операцию, сниму сумму денег, чтобы вы увидели, что вот с этих вот конкретно карточек компании NXPay, которые нам компания присылает, вы можете снимать деньги, что спокойно в любом городе. Я в данный момент нахожусь в Тюмени. Ну, давайте пойдем сейчас в банкомат. В торговом центре банкомат расположен. Я вношу карточку. Вводим пин-код. Язык русский, пин-код, подтверждаем, выдача наличных,